Казахстан вошел в состав Комитета всемирного наследия на 2023-2027 годы в завершающий день работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщил в своем телеграм-канале Ерлан Карин. Государственный советник отметил, что Комитет всемирного наследия, который состоит из 21 государства, один из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО. За кандидатуру нашей страны проголосовали 118 государств. Вхождение нашей страны в состав Комитета всемирного наследия свидетельство международного признания активной работы по сохранению уникального культурного и природного наследия Казахстана.